Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство. Тут же стой. Сейчас я покажу вам, как включить и настроить ночной режим. Итак, для этого мы свайпаем вниз и ищем здесь ночной режим. Если его здесь нет, нажимаем на вот этот значок. Проходим вниз, ищем ночной режим тут, находим и перетаскиваем его вверх. Возвращаемся. Теперь мы можем его включать и выключать, просто нажимая на него. Так как мы нажимаем на него первый раз, нас перекидывает в настройки. Обычно можно перейти в настройки, зажав пальчик на ночном режиме. И в настройках мы можем одновременно с ним включить функцию «Не беспокоить», либо выключить. Можем включить или выключить оттенки серого. Нажимаем «Далее». Можем настроить здесь расписание. Выбрать время начала, время окончания, дни. Нажимаем «Готово». Здесь нажимаем «Разрешить». И также мы можем перейти в настройки экрана, то есть, опять же, оттенки серого, темный экран в ночном режиме можем включить и отключать ночной режим при срабатывании будильника. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.